Привет, бойцы! С вами, как всегда, Пламбер, и сегодня третий выпуск всеми любимой рубрики «Топчик из топчика». В данном выпуске мы сравним два действительно топовых оружия в рейтинге – КН-44 и HBRA-3, ну и, как любим мы говорить, хабар или хабарчик, кому как удобно, друзья. Многие в комментариях просили сравнить эти два оружия. Ну что ж, бойцы, поехали. Короче, расскажу я вам о своих ощущениях от этих двух винтовок. Поиграл я целый день на КН-44 и сразу сказал, что это, мать его, имба. И HBR рядом даже не стоял. Второй день я играю на хабаре. И мнение меняется. Действительно, очень трудно сравнить эти два оружия. Давайте посмотрим характеристики. Смотрите, КН немного урон больше наносит, но темп стрельбы меньше, чем у HBR. Следовательно, HBR из-за скорострельности выравнивает дамаг и даже немного больше старается нанести урона противнику. Но по сути это не слишком ощутимо, и я скажу, по моему мнению, урон практически равен. То есть выделить то или иное оружие по этим значениям не выходит. Посмотрим дальше характеристики. Точность превосходства у HBR, дистанция превосходства у КН-44 и подвижнее тоже КН-44. Из всего этого я только ощутил, что HBR действительно точнее. Но давайте посмотрим, у кого какой разброс. И здесь меня, друзья, немного удивил КН-44 своей стабильностью. Как мы видим, разброс у КН-44 минимальный. Это очень классный показатель. Так что же все-таки лучше? КН-44 или HBR-3? По показателям, друзья, они практически равны. Да, где-то лучше HBR, в чем-то стабильный КН-44. Выделить лучшее оружие я просто-напросто не могу. Просто для каждого оружия свой стиль игры. КН-44 любит агрессивную борьбу, врываться и рубать всех, он более подвижнее и скорее всего подойдет опытным игрокам. А HBR-3 немного спокойнее, обладающая хорошей скорострельностью и неплохой точностью. Более подойдет новичкам игры Call of Duty Mobile. В моем комплекте два этих оружия имеется. Иногда мне приятно разваливать всех с КН-44, мне нравится его звук и прикольная перезарядка. Советую играть без прицела. Ну а с HBR я отдыхаю в игре и без напряга считаю количество трупов с одного магазина. Вот такой вот, братцы, видосик получился. Действительно сложное сравнение, как мне писал в комментариях один из подписчиков. Но я надеюсь, каждый из вас выделил что-то полезное для себя и влепит мне лайкосик. Запомните, братцы, любое оружие имба в прямых руках. С вами был, как всегда, Пламбер. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. И оставляйте комментарий для сравнения, каких пистолет-пулеметов вы хотите увидеть в следующей рубрике. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. From the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the grave.